Всем привет, ребят! С вами я, Кира Найт. Сегодня, короче, ходили покупать купальники. Смотрите, какая погодка, дождик пошел. На завтра тоже обещают дожди. Короче, что-то начало июня тоже не ахти. Ну, купальники что? Ну, дети у меня купили, конечно. Я себе перемерила. Ну, я много перемерила, половину даже не сняла, но половину вам покажу. Очень стрёмно, очень, ну прям, я не знаю, какие-то купальники. У меня фигура, наверное, такая, блин, толстая, жирная. Короче, мне просто ничего не подошло, либо трусы не так, либо там вверх, либо все вместе. Ну не знаю, я не знаю, честно, где я себе найду купальник. Раздельный не хочу, потому что живот... Короче, вообще не знаю. Вот. Но зато детям купила. Веронике мы купили за 1000. Вике за 1800. И вообще цены, ребята, дешевле просто нет. Дешевле нету. От 1000 начинаются детские. Но Вике мы уже как старшей купили. Ой, как взрослому купили. Вот. Ну а себе я смотрела там по 2000, по 2500. Все, тоже дешевле нету. Вот, я сейчас вставлю некоторые вставки. Посмотрите, насколько ужасны мне эти купальники. Купили папироженки, так как завтра день защиты детей. Ну, на утро купили себе, сейчас покажу, какие. Так, тут у нас батончик, басик, Снегуш, ты как проверяющий, да, смотри, там тебе нету ничего, все. Мама сегодня банкрот просто, да, я достану? Можно я достану? Мама сегодня полный банкрот. Буду без купальника в этом году. Вот, взяли по такой пироженке. Покушала? Ты чебака, ты как поешь, я твоя борода, тебе ее надо обстричь просто. Не проверил? Ну нет, давай такой вот ты сейчас не будешь это... А что у тебя тут за скаток шерсти? Ну-ка. Что это такое? Кошмар. Так, вот такой вот пироженки купили в Перекрестке. Торт не стали брать. Да там такого вот особо вкусного не было. Ну, поменьше, там все огромные такие вот пирожные Пинчер взяли. Это Вика, а это Вероника себе взяла. Это я себе взяла вот такое вот кофейное. Завтра утром с чаечком. И вот это Вика себе взяла, Наполеон. Вот, шоколадочку. Завтра утром чаечек попьем. Вот, ну и купальники. Вот тут Веронике мы купили вот такой вот яркий. Вика захотела черный купальник. И я себе купила вот такой вот костюмчик цветом. Там шорты и рубашка из этого, из хлопка, что ли. А, лен из льна. Видели, да, как стрёмно смотрятся купальники? Это вообще, это просто, я не знаю, я себе, наверное, не куплю. Вот.
костюмчик вот такого цвета, только его надо держать на плечиках, он уже весь помялся, потому что лен он такой. Ну, потом как-нибудь покажу. Вот такая рубашечка такая, стиль этот, как свободный называется. Вика, как называется свободная одежда, свободный стиль? Оверсайз? Оверсайз, короче. Вот. Как это рубашки. Вот такие вот шорты. Так что все, ребят, пироженки, кстати, вообще цены, ну... 100 практически рублей каждая пироженка. Так что сегодня я вообще просто сегодня банкрот. Все. Все. Девочки, переходим на хлеб и воду. Вот все доедаем, что у нас тут есть. Все, капец. Он 100 лет уже лежит у меня тут соус KFC. Целых два даже. А его вообще уже надо выкинуть, кстати. Ну да. Так что вот. Хочу сейчас пойти ножки поотмачивать. Всякое такое. Так что можно завтра идти на море. Только после школы. Ой, после танца. Ну, понятно. Что... мне кажется, после танца даже лучше, потому что уже будет день. Не, ну понятно, не в 8 же утра мы пойдем. Именно там холодно, а в час я выйду и будет самое то, будет жарко. Ну да. Всем привет, ребят, всем доброе утро, у кого там вечер, я не знаю, кто когда смотрит, у меня сегодня с утра процедурки вот такие вот, короче, намазалась, это там у меня перчик, короче, кофе, апельсин, ну там, в общем, смесь такой вот масочки, обернулась сейчас, замоталась еще пледиком. И вы не представляете, просидеть, возможно, только 15 минут, все. Потом это просто это невозможно. Через 15 минут пойду смываться. Так, сейчас обмотаюсь. Ты даже 15 минут. Нет, я тогда 20, даже там написано не больше 20 минут. Ну, ты уже прям тогда прям пипец жгло тебе. Ну, только ну, потому что, да, через 15 минут все там вообще начинается пожар просто. Так, и ножки в тазичек будем делать. О, горячо, что-то я переборщила. Будем делать. Ай-яй-яй-яй. Педикюр. Ой, 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 нет, не могу пока отпустить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, сейчас со всех сторон пойдет эффект. Ай. Ой. Ой, очень горячо. Так, ну ладно, ребят, я буду отмачиваться. Сегодня с утра скушали мы эти пироженки, даже не доели, съели по половинке каждая. Они прям очень приторные такие прям. Ну, поначалу вроде нормально, а потом почему-то кажется, что это очень-очень сладко. Вот. А днем, наверное, хочу сделать окрошечку. Короче, ребят, у нас кот какой-то просто фетишист, я не знаю почему. Но он обожает спать в обуви. Понимаете, в обуви. Он еще бывает. Он еще бывает мордой. Короче, просто вот ткнется вот прям вот в сам этот, в сам вот кроссовок, да, или я не знаю, сандалю, и все. Он вообще обожает запах. Вот знаете, когда придешь с улицы, обувь снимешь, там вот носки, он, понимаете, прям лезет нюхаться. Чем тебя так привлекает запах? Ему, кстати, 20 мая было 5 лет. 5 годиков ему исполнилось. Да, уже почти старичок. Старичок уже почти. О, какой холодный нос. Чем тебя так привлекает спать в обуви? Ну, посмотри, ну что это такое? Ну что тут? Приятненько тебе? Ну, пакет он. Ну, как без пакета? Пакет я уже не убираю, потому что она любит шебуршаться в нем, да? Снегушек. Ты фетишист какой-то, да? 5 лет, это по нашим меркам сколько у котов, у кошек? По-моему, у кошек плюс 7 лет, да, идет за 1 год. Джесси, а ты-то чё? Господи, вы что все тут?
Зачем покупали дом, как говорится, да? Вообще какие-то это помешанные. Сника. Сника. Сника, дайте подоставать. Да его фиг подостаешь, он же как этот цапник. Все, я поняла. Я поняла, да. Так, ладно, это опасненько играть. Господи, все, ну нахер тебя. А у Джесси тут свое место. У Джесси свое. Вот она так открываем. Тут лифт такой. Она туда заходит. И все, она там спит. Короче, все животные спят по шкафам. У меня, кстати, тут, видите, эта полка была раньше. А еще давно, когда я снимала ТикТок, я решила на эту полку встать. Не подумала, что она может сломаться. И, короче, потянулась за очками вверх туда. И эта полка оборвалась. И, короче, я себе так хорошенечко на лице, на руке оставила хорошие синяки и ссадины. Вот. Теперь Джессичка тут спит. Да? Чубака. Тебе может бороду в черный цвет покрасить, а? В черный цвет может покрасить? Вот такой вот, ребят, получился влог. Блог, как его позвать. Я, короче, сейчас ходила в магазин. Сейчас буду готовить вкусняшечку летнюю. Конечно же, вам покажу, но уже в следующем видеоролике. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Значит, у нас сейчас вышло это видео. Следующее видео мы с вами сготовим вкусняшку. И следующее видео будет 18+. Так что, ребята, подписывайтесь, подписывайтесь. Я вас всех очень-очень люблю и жду на своем канале. Пока-пока. Sound right, boys.